Опусти руки в чашу. Клянись. Клянусь. До конца своих дней. До конца своих дней. Быть противником Рима. Быть противником Рима. Соперничество между Карфагеном и Римом переросло в войну, которая превратила маленького ребенка в одного из величайших полководцев — Ганнибала. Я был рожден, чтобы отомстить, и выращен, чтобы достичь невозможного. Я буду известен как самый великий враг Рима. Это история полководца, который довел свою армию до предела человеческой выносливости. Полководца, удачливого настолько, что он сумел завоевать Рим. История блестящего ума, поставившего Рим на грань катастрофы. Решение, которое изменило жизнь Ганнибала и определило судьбу западного мира на следующие 600 лет.